Da 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 da,
В кризис мы еще больше должны объединиться с вами.
Я думаю, что это будет у нас самое счастливое время, время любви. Тихонаш, король Мамура, просто Сережа Зверев. Там по техническим причинам у вас все нормально? Переписывать ничего не будем, добавлять номер не будем. Навис. С Новым годом, страна! С Новым годом! Вот эти самые замечательные девочки, группа «Пропаганда». А на самом деле мне очень тяжело сказать, потому что отец сверкает, как самый прекрасный момент нового года. Я сверкаю, я ответил. Девчонки, я знаю из песни. Я не знаю, что песни. А я рисую, как называется. Все знал в шоке. Я рисую, типа, на самом деле. Может быть, кроме слова, хватит еще. Я думаю, наши телезрители тоже. А вот как сочинить ту самую песню, вот, чтобы она вот закончилась, а мелодия в голове звучала раз и навсегда. У вас получилось, вот так вот именно с песней я рисую. Какие милые, прям. Сложно вообще держаться. Девчонки, ну, Новый год. Я сейчас понял, раз в музыке, что скоро Новый год. А какие планы на новогоднюю ночь? Улетаете куда-то отдыхать, загорать или предпочтете нашу любимую суровую снежную зиму? Зиму и очень много концертов 31-го, 2-го. Первым мы проводим специально для всех, чтобы вместе с нами пели. Но потом, конечно же, у нас будет отпуск, как у всех нормальных людей, мы хотим отдыхать. Ну, Новый год, друзья, мы с вами! Прошу, давайте зажигать вместе. Зажигайте и петь все вместе, конечно же. А еще такой вопрос по поводу творчества. Я люблю узнавать про творческую группу, особенно про вас. На самом деле не могу, я теряю дар речи, они прекрасны. Я прям даже не знаю, куда сидеть. Я влюбился. Такой вопрос. А вы готовите сейчас, может быть, какие-то новые музыкальные вещи, альбомы или еще что-то подобное? Как вышел наш новый альбом, он называется «Фиолетовая пудра». В него вошло очень много хитов, это песня «Подруга». Я думаю, ее многие знают, особенно девушки. Вот. Ну и, конечно же, из этого нового альбома вышел новый клип. Сейчас Маша все расскажет. На самом деле мы альбом взяли с собой, но поклонники просили, чтобы мы подарили прийти, поэтому мы не смогли, к сожалению, привезти. Но мы хотим, чтобы вы все зашли в нашу группу ВКонтакте, «Пропаганда» официальная, посмотрели, скачали, послушали. Там много прекрасных песен. Мы очень-очень старались, чтобы альбом получился, ну, для меня, конечно, самый лучший. Да. И да, все, сейчас будет Сергей Зверев. Так, вот достаем все мобильные телефоны. А у меня вот вопрос по поводу клипа. Жан, а какова концепция основной сюжета? Что вы там делаете? Я к вам. Блин, мне стало. Мне очень. Хорошо. Ко мне все пришли. Потом спеть не буду. Просто меня походу. А вообще-то ну, есть, но говорят, раз, два, три, два, три. Очень модно. Потом то надо. Чувак, вот такой вопрос. Я знаю, множество групп вообще вместе долго работают и устают, обижаются, распадаются. Вот как вы вместе пролежите постоянного времени? Вместе выступаем, вместе летаем. Вместе здесь, на партийной зоне. Да. Я говорю в микрофон, он у меня включен. Вот здесь вот даже маркеры, там всякие штучки. Не замьючим. Не слышишь меня? Мы тебя прекрасно слышим. Продолжай. Непонятно, они почему-то не слышат микрофон, но микрофон открыт. А, все остальные слышат. Ну, только вопросы не будем задавать. Жизнь трудна, сложна. Как вам удается, опять же, вернусь к вашей красоте, держать себя в таком прекрасном тонусе? Не, ну просто я традицию. А мы все начинаем кричать, да, когда мы включаем, да, чтобы все знали, что это Новый год, а? Что такое? Вот
делать, он просто очень молодой. Он очень стоит, и почти ничего. Работа не есть спать, чтобы на концерт выкладываться. Ну что же, это шоу-пропаганда, девчонки, которые сегодня будут иметь всех нас, это партийная зона, прямой эфир, ну а мы уже посмотрим, что делает тот самый человек, который выступал сейчас на сцене, Сергей Зверев. Дорогие друзья, мы находимся на втором этаже такого развлекательного центра «Вегас». И знаете, что я вам могу сказать? Мы никуда не потеряли Сергея Зверева, потому что я даже не буду называть все его королевские и царские регалии, потому что вы сами все это прекрасно знаете. Когда этот человек появляется, пространство просто заполняется все блеском и сиянием. Посмотрите, король! Галина Бабирова, финалистка 8-й битвы «Хэштег».
Ой, боже. Страх, серьезно?